Привет. Всем привет. Сегодня, короче... Не ломай. Сегодня мы будем, короче, это интервью с... интервьюшка с Дрискосом. Он же типа Гиффи Гарс. Так, давай, говорим. Чё-нибудь... Что говорить? Ну, поздоровайся. Здорова, пупсики. Ну вот, блин, невежливый. Я обиделся на тебя. Нет, не надо! Не надо! Не надо, все, ладно. Все, я не обиделся. Все, да не надо, пожалуйста. Все, давай интервьюшку нормальную. Все, давай. Так. Сначала. Да, я начал давно уже. Так, да, это шоу, это реалити-шоу. Смотри, давайте я буду спрашивать, как ты добился своего успеха? Как же поэп косяк? Угу. Так, а с чего ты вообще начинал свою карьеру? С того, что я сходил в туалет по-большому. А, понятно. Так, А с какого у тебя был момент, когда ты начал хайпить, жестко хайпить? Когда в подбородке взорвался Юпитер. А я думал, тебе кто-то помог продвинуться, не? Ну ладно. Я думал, тебе кто-то оставил комментарий, типа, видео начал набирать просмотры, но оказывается, это не так. Да, это все выдумки, да? Был чел в комментариях, который написал, что у меня хорошие видео. Ну, короче, лезть, все понятно. Да. А как ты вообще придумал Дрискоса? Как ты придумал его? Придумал как? Эта дичь возникла от слова «дристать». Понятно. Ты вообще хочешь вернуть те времена, когда у тебя видосы набирали по 100 тысяч просмотров? Потому что сейчас они у тебя по 10 собирают, даже меньше. Хотел бы? Да, мы на хайпе. Жесткий, на хайпе. Диваны не порть. Новую покупать будешь. Новую сейчас покупать будешь. Всё, ладно. Ладно, да. А какой у тебя номер телефона? 8-800-555-3535. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Ну, типа кредиты брать, микрозаймы, все, я понял. И ты там работаешь, спрятались, да? Про это, превратишься уже в карту мировую, превратишься скоро уже или нет? Там многого Дриалискос так и не сделал со мной коллаб. Поэтому пусть идет в жопу, да? Лискос, давай быстро, короче, коллапся. Да, вот и все. Пошел ты в жопу. А когда ответы на ответы? Только вопросы на вопросы. Почему? Ответы на ответы лучше. Да ладно, я пошутил, все, не надо. Не надо. Ладно, все, вопросы на вопросы лучше. А я заметил, когда ты. Ну, то есть видео вопросы на вопросы, ты не задавал вопросы. Ты отвечал на них. То есть это ответы на вопросы. Как ты будешь оправдываться? Нет, отчим, не надо. Не надо! Чё, кстати, что... Блин, подожди. Давай сейчас на паузу поставим. Что ты будешь делать на 100 тысяч подписчиков? Срать. Как тебе? Ага, ну понятно, короче. А меня, кстати, тоже на стриме спрашивали, что будет на 100 тысяч подписчиков. Знаешь, что я сказал? 100 тысяч подписчиков. Ну типа на 100 тысяч подписчиков будет 100 тысяч подписчиков. Да где ты нафиг, лама? Мама-лама. Ты не будешь популярный. Ты ничего не добьешься. Ублюдок. А ты чё, не живодёр? 45 баба ягодка. Я не помню. Ты неправильно сказал. Там, короче, правильный ответ я не помню. Давай, знаешь что, давай жесткую тусовку. То, что мы закончили. Давай.
еще пишешь? Мне тут держат насильно. А, ну да, и меня тоже. Всем пока, всем прощаться. Всем пока! Всем до свидания! Ой, все прикольно.